да, они, вот эти старые эмблемы у каждой команды заключены в такой кружочек и кажутся все одинаковыми. Зачем это сделано, я не очень понимаю. Здесь у нас пойдет с Вебером драться, потому что там очень жесткий прием был от Вебера. И совершенно... Хотя Мэтт Кук это Мэтт Кук. Я думаю, что да, во-первых, чья бокового, как говорится... Поехали. Но потом вместо Вебера здесь своевременно подошел Райан Уайт. Так, Джонсон побежит сейчас к Кэри Прайсу. Ну, я думаю, что Прайс просто не такой... Ну, Джонсон такой. Не такой холеный. Ну, там Ди Пьетро его сам вызвал, на самом деле. Он выехал к синей линии, его подзывал, и Джонсон не поленился действительно через всю площадку приехать. О чем Ди Пьетро, я думаю, жалеет до сих пор. Так, Мэтт Кук и Вебер. Они как раз стали инициатором скандала. Давайте посмотрим. Вот как Яник играет против Вебера. Ну а что, целовой прием обычный. Плечо в плечо пошли. И сам Кук видел прекрасно. Может быть, он против вот этого. Что, внизу там уже случилось, да? Здесь тоже чистый прием, в принципе. А вот это, конечно, некрасиво. Слабо ответил Рапу. Клюшкой по голове. А, кстати, там Кука толкнул свой же Майкл Рап сзади. Ну, а дальше пошли разбираться. Ну, вот Уайт попробовал, собственно, Куку объяснить, кому с кем надо драться. В результате драться не получилось вовсе. И Рап, и Кук поехали, да, плюс к тому, что там уже сидит Долбо. Ну и здесь тоже трое должны быть. Еще раз смотрим. Вот бросает взгляд направо и видит прекрасно, как играет против него Яник Вебер. Здесь чисто. Да, я тоже не вижу. Ну вот, главное, мне кажется, проблема вот здесь, внизу. Из-за этого Кук и завелся.